Доброе утро, Ян. Доброе утро, Лика. Вы, наверное, знаете, что сегодня День Учителя. Что для вас значит слово «учитель»? Не уверен, знаете ли вы, но я начал свою профессиональную карьеру как учитель, когда мне было 22 года. И это была моя первая настоящая работа. Я преподавал в течение 3 лет, и мне очень нравилось. Хотя не всегда было легко, особенно если в классе были ребята старшего возраста, но я находил в этом вдохновение. После 2-3 лет я оставил эту профессию и пришел в ритейл. При этом я так и остался учителем в душе. Сегодня утром, когда я узнал, что мы встретимся за чашкой кофе, я подумал, немного пофилософствовал, где бы мы оказались без учителей? Ведь мы так многим обязаны, мы многому у них учимся. Каждый день я встречаю людей, у которых учусь. Это и есть мои учителя. Кстати, об учебе. Помните ли вы первого учителя? Своего первого учителя я помню очень-очень хорошо. Она была пожилой женщиной, даже старше моей мамы. Поэтому напоминала мне бабушку. Оглядываясь назад, могу сказать, что она меня очень хорошо понимала. А какой самый главный урок вы усвоили? Самый главный урок, который я усвоил, стал моим девизом. Никогда не переставай учиться. Никогда не поздно получать знания, потому что всегда есть место новым открытиям. И то же самое можно сказать про «никогда не переставай учить». Делись знаниями, делись опытом. Люди учатся у тебя, и это делает окружающих тебя людей богаче внутренне. Я думаю, что очень важно в жизни не переставать учиться. Я хочу поздравить всех учителей России, а также всех учителей, которые встречаются нам в жизни. Я знаю, что это самое сложное, но и одна из самых интересных профессий среди всех других. Учебный год начался почти месяц назад. И я думаю, что дети очень рады снова оказаться со своими учителями. Вы, учителя, обладаете уникальной особенностью. Вы делитесь знаниями, обучаете детей, делаете людей мудрее и лучше подготовленными к будущей жизни. И я считаю особенно важным, что раз в год мы отмечаем этот праздник и особо обращаем внимание на те вызовы, с которыми вы сталкиваетесь. И благодарим вас за все, что вы делаете для наших детей и для нас.